vote, the yeas are 359, the nays are 43, with 7 answering present. The motion is adopted. Without objection, the motion to reconsider is laid on the table. Демократы присоединились к республиканцам, как и прогнозировала Марджери Тейлор Грин, проголосовав 359 против 43, чтобы защитить спикерскую должность Майка Джонсона. Джонсон – вариант на сегодня полностью устраивающий демократов в принятии бюджетов, и, скорее всего, его сговор с бессменным сенатором от Нью-Йорка Чаком Шумером возымел результат. Представьте себе, Шумер пришел во власть в далеком 1980 году. 44 года человек никак не может покинуть пост. Whereas Mike Johnson is ill-equipped to handle the rigors of the job of Speaker of the House. В то время как Майк Джонсон оказался не готов к выполнению суровых обязанностей спикера Палаты представителей и позволил однопартийной партии, той, которая разжигает иностранные войны, попирает гражданские свободы и увеличивает наш и без того катастрофический государственный долг, получить полный контроль над Палатой представителей. В то время как срок пребывания в должности спикера Джонсона определяется одной корыстной характеристикой, когда перед выбором между продвижением республиканских приоритетов или союзом с демократами для сохранения своей личной власти, Джонсон регулярно выбирает союз с демократами. Таким образом, должность спикера Палаты представителей объявляется вакантной. Declaring the office of Speaker of the House of Representatives to be vacant. This is the uniparty for the American people watching. Gentlelady will suspend. В некоторых моментах зал разразился насмешками и аплодисментами, когда Грин читала свою резолюцию. Демократы время от времени скандировали «Хаким, Хаким!», отсылка к лидеру своей партии Хакиму Джефферсу, что отразило то, как много раз они голосовали за него в качестве спикера во время многократных раундов голосования республиканцев с момента заседания нынешней Палаты представителей в январе 2021 года. Республиканец с демократической поддержкой Майк Джонсон назвал попытку отстранить его от должности ошибочной попыткой и выразил надежду, что это положит конец легкомысленному убийству личности. Hopefully this is the end of the personality politics and the frivolous. Надеюсь, это конец политики легкомысленного убийства личности, которое определяло 118-й Конгресс. Это прискорбно. Это не то, кем мы являемся, как американцы. И мы лучше этого. Нам нужно выйти за рамки этого. Я хочу сказать, что я ценю демонстрацию уверенности со стороны моих коллег, направленную на то, чтобы помешать этим ошибочным попыткам. Моя работа, и я намерен делать то, что я считаю правильным. И это то, для чего меня выбрали. И я позволю фишкам упасть там, где они могут. That is leadership. Джонсон разозлил многих сторонников республиканской линии в своем крайне тонком республиканском большинстве 217 против 213, приняв все республиканские законы и разделив бюджет, оставив границу США открытой, нарушив главное требование республиканцев, чтобы не допустить фальсификации выборов в ноябре. Открытость границ и поток нелегалов демократы устроили для того, чтобы обесценить американские голоса, заменив их иностранными голосами в поддержку на местном и даже федеральном уровне демократов. Майк Джонсон предпочел свою угоду сохранить свое место, но в дальнейшей, уже не такой далекой перспективе, республиканцам все больше и больше придется учитывать мнение сегодняшних нелегалов для того, чтобы переизбраться, и, скорее всего, демократическая партия будет в более выгодном положении. Ну а завтрашнем дне политики вообще не думают. Команда Трампа обсуждает план большой военной операции на севере Мексики против наркокартелей. Они предлагают задействовать спецназ, дроны и даже ракеты для уничтожения лидеров картелей в духе борьбы с исламистами на Ближнем Востоке. Республиканцы обвиняют картели в начале настоящей войны против Америки, ведь те зарабатывают миллиарды долларов на торговле людьми, распаляя миграционный кризис на южной границе США. За период президентства Байдена ее взяли штурмом, по разным данным, около 15 миллионов нелегалов, а то и больше. Вместе с потоком нелегалов идет и волна наркотиков от передоза опиоидами в США, который год подряд умирают более 100 тысяч человек. Пограничники же обслуживают схроны с сотнями килограммов опиоидов на границе, чего достаточно для убийства десятков миллионов американцев. Ежегодно число жертв наркотического кризиса для США превосходит все потери по Вьетнамской войне в два раза. Впрочем, любые попытки давать этому отпор столкнутся с противодействием нарколобби внутри Америки. Оно курируется как демократами, продвигаясь
продвигающий полный легалайз в своих штатах, так и разведсообществом США, которое не выносит Трампа. Ему будут пытаться ставить палки в колеса, лишь бы он проиграл в приграничной войне. Да и сама Мексика крайне негативно отнесется к вторжению американских войск на свою территорию. Так что это рискует быстро превратиться в новый Афганистан, причем теперь у самих границ США. Судья окружного суда США Эйлин Кеннон отложила рассмотрение дела специального прокурора Джека Смита о секретных документах против 45-го президента Дональда Трампа на неопределенный срок. Через несколько дней после того, как Министерство юстиции вынужденно признало, что оно подделало доказательства по делу Трампа. Во вторник Кеннон издала приказ, в котором объявила график второго периода досудебных сроков, решение вопросов доказательств и аргументов команды Трампа в пользу прекращения дела. Однако в расписании отсутствует новая дата судебного разбирательства, которая ранее была назначена на 20 мая. И когда она произойдет, пока неизвестно. Но первичные слушания, скорее всего, состоятся 22 июля. Это сильный репутационный удар для спецпрокурора Джека Смита, ведь он рассчитывал начать свои процессы против Трампа еще до выборов. Но теперь это вряд ли получится. И ситуация вновь олицетворяет профнепригодность политизированных прокуроров вроде Смита. Приказ Кеннон был принят через несколько дней после того, как Смит также вынужденно признал, что федеральный прокуроры подделали доказательства по его делу против Трампа, в котором утверждается, что 45-й президент неправильно обращался с секретными документами. Прокуроры признали в пятницу в суде, что некоторые документы, изъятые во время беспрецедентного рейда ФБР в Мар-а-Лаго, находятся не в том порядке, в котором они были найдены. Офис специального прокурора прокомментировал, что представительская группа фильтров, отвечающая за обработку ящиков, когда они оказались в распоряжении ФБР, не была сосредоточена на поддержании последовательности документов. В июне 23 года Смит предъявил Трампу обвинение в якобы неправильном обращении с секретными документами всего через год после того, как вооруженные федеральные агенты совершили обыск в частной резиденции Трампа во Флориде в поисках указанных документов. Министерство юстиции под руководством Байдена отказалось предъявлять Байдену обвинение в скандале с его собственными секретными документами после того, как специальный прокурор решил, что будет слишком сложно убедить присяжных в том, что стареющий президент совершил серьезное преступление, требующее психического состояния своеволия, потому что он пожилой человек с плохой памятью. Под президентской охраной порноактриса, свидетельствующая против Трампа, чтобы не допустить его до выборов, покинула здание суда в Манхэттене. В течение нескольких часов 45-летняя Дэниелс в качестве свидетеля рассказывала захватывающие подробности о своей встрече с Дональдом Трампом и о соглашении о деньгах за молчание, которое она заключила. Она рассказала присяжным, что ее жизнь погрузилась в хаос после того, как договоренность была обнародована ей уже в 2018 году, заявив, что она подверглась остракизму и преследованиям в своем доме. Дэниелс сказала, что ненавидит Трампа и надеется, что он попадет в тюрьму, если его признают виновным. Показания Дэниелс побудили юридическую команду Трампа потребовать проведения судебных разбирательств, утверждая, что ее показания включали такие детали, как тот факт, что Трамп, например, не использовал презерватив, воспламенили присяжных и не имели отношения к делу. Собственно, все эти детали давно ушедших лет, пропустившиеся сроки давности, к делу также никакого отношения не имеют. Нет основания для возбуждения, и подобные грязные трусы из коллекции Stormy Daniels могут возбуждать только тех, кто, как и она, желает не допустить Трампа до выборов и работает на переизбрание грязных подгузников Байдена на очередной срок. Это был очень важный день, очень показательный, поскольку вы видите, что их дело полностью разваливается. У них нет ничего в материалах дела по существу и даже чего-то, что должно быть хоть какое-то отношение иметь к делу. Это просто катастрофа для окружного прокурора, если честно, поставленного на деньги Сороса. Весь этот случай просто катастрофа. Если вы прочтете ученых-юристов, вы увидите, что они пишут об этом деле. Они никогда не видели ничего подобного. Я должен сейчас проводить кампанию. Мы лидируем во всех опросах. Я бы хотел вести кампанию. Мы бы лидировали еще с большим отрывом. Нелегко стоять в суде весь день и ждать, чтобы слышать то же самое, что и мы. Каждый день одно и то же. С другой стороны, как вы знаете, похоже, что сторонники Байдена финансируют то, что происходит с палестинцами. Леворадикальные исламистские агитаторы и координаторы повсюду в университетах. Действительно, плохие дела. Я думаю, что наше правительство должно выяснить, кто эти агитаторы и откуда они. И обращаться с ними так же, как они обошлись с невинными заложниками 16
6 января американскими патриотами и гражданами. Вы должны относиться к ним также в таком случае, к этим агитаторам. Они действительно вредят нашей стране. Это происходит по всей стране, в городах. Вы видели, что произошло вчера вечером в Метрополитен-музее на Метгала. Все эти люди в основном агитаторы. В колледжах, я думаю, в процентном отношении 20% студентов и 80% агитаторов. Так что это большая проблема. И лучше здесь пресечь ее в зародыше. Это проблема слева, а не справа. Я надеюсь, что вы подчеркнете это. В экономике дела идут тоже очень нехорошо. Мы видим, инфляция зашкаливает. Если они это делают, они могут снизить процентные ставки. Это довольно сильно политически, но если они это сделают, будет очень плохо. С точки зрения избавления от инфляции, вам необходимо избавиться от нее. Простая истина. Инфляция, как вы, наверное, слышали от меня, разрушает страну. Но также мы видим примеры, как она разрушает целые страны. Это продолжается уже много лет. Вы вернетесь назад в историю и посмотрите на старую Германию. Увидите множество стран, которые пережили такую инфляцию, которую мы переживаем сейчас. Они просто разбиты, во многих случаях разбиты на мелкие кусочки. И это то, что на самом деле может случиться с нами. Поэтому нам необходимо взять инфляцию под контроль. Мы должны снизить цены, чтобы люди могли дышать и жить. Но опять же, это был очень показательный день в суде, сказал бы любой честный репортер. Например, я бы рекомендовал вам почитать Джонатана Терли, Эндрю Маккарти, Алана Дашковица, Грега Джарета, Марка Левина, очень много талантливых людей и многих других. Некоторые невероятные люди пишут об этом процессе. Они называют это позором. Я застрял здесь вместо того, чтобы быть, например, в Джорджии, в Нью-Хэмпшир, вместо того, чтобы быть в Висконсине и других штатах, которые мы хотели бы встретиться с моими избирателями. Но мы застряли здесь, в здании суда, в этом испытании, о котором все знают, что это фальсификация. Большое спасибо. Барак Обама хранил заметное молчание по поводу захвата ультралевыми анархистами университетских кампусов США. В понедельник Колумбийский университет Альма-Матер Обамы объявил, что не будет проводить общую университетскую церемонию открытия выпускного класса в этом году. Можно было бы предположить, что происходящий захват университетов ультралевыми и исламистскими группировками с использованием студентов в процентном отношении 20% студентов на 80% агитаторов и координаторов вызовут протест со стороны любого бывшего президента. Нынешнего, конечно. Дональд Трамп, например, неоднократно осуждал этих демонстрантов и их антиизраильские настроения. Но для Обамы эта задача кажется слишком сложной. Само собой разумеется, что если бы вышеупомянутые демонстранты были республиканцами МАГА, протестующими против исламской страны и преследующими студентов-мусульман, журналисты традиционных СМИ безостановочно рассылали бы спам телефонным линиям, электронным письмам каждому должностному лицу республиканской партии в стране, требуя осуждения. Они никогда не будут требовать от демократов тех же стандартов, и их отказ обвинить Обаму в игнорировании левой оккупации университетов показывает это. Хотя даже не бездействие корпоративных СМИ, а поддержка левых радикалов неудивительно, равно как и молчание Обамы. Решение Обамы хранить молчание по этому поводу отражает его поведение и людей, окружавших его на протяжении многих лет его жизни. Связи Обамы с антисемитами берут свое начало еще в те времена, когда он работал общественным организатором в Чикаго. Бывший президент был известным соратником Иеремии Райта, преподобного Чикагского Объединенной Церкви Христа Троицы, который на протяжении многих лет выступал с многочисленными расистскими и гнусными высказываниями. Райт также является бывшим пастором Обамы. Райт женился на Обаме и крестил их детей. Одно из самых вопиющих заявлений Райта прозвучало менее чем через неделю после террористических атак Аль-Каиды 11 сентября 2001 года. Пастор утверждал, что Америка навлекла на себя такие зверства из-за своей внешней политики и, дескать, сама виновата. В то же время, как некоторые демократы осудили антисемитизм, распределяемый этими демонстрантами другие, так как члены Палаты представителей Миннесоты Ильхан Омар пошли на все, чтобы защитить исламистских радикалов. Омар, кстати, чья дочь была отстранена от учебы в Колумбийском университете за участие в антиизраильских демонстрациях в университетском городке, неоднократно и сама обвиняла Израиль в геноциде палестинцев в секторе Газа и делала многочисленные антисемитские заявления. Многие из этих левых колледжей относились к этим демонстрантам с осторожностью, ожидая неделями, прежде чем позволить правоохранительным органам разогнать незаконные лагеря. Принятие Обамы и толерантность к антисемитам, а также отказ корпоративных СМИ хотя бы осудить его и привлечь к ответственности за антиизраильский радикализм, свирепствующий среди современных левых сил. Оправдав Обаму за его противоречивое поведение и прежние связи с такими людьми, как Райт и Фархан, демократы вольно или невольно сочли нормальным, чтобы антиамериканские радикалы, питающие худшее чувство в отношении евреев, вступили в ряды
партии. В сочетании с проиранской внешней политикой Обамы это также изменило взгляды демократов на Израиль. Ранее, рассматривая поддержку Израиля со стороны США как позитивное событие, сегодня демократическая партия выступает против права Израиля защищать себя от Хамаса и поддерживаемых Ираном нападающих, чтобы успокоить их антисемитское крыло. Верит он в это или нет, но молчание Обамы по поводу движения сторонников Хамаса, заразившего американские кампусы, говорит о многом. This ancient hatred of Jews didn't begin with the Holocaust. It didn't end with the Holocaust either. В то время как Джо Байден изображает из себя, что он заинтересован, что угроза антисемитизма растет, в своем выступлении в честь поминовения 6 миллионов евреев, убитых во время нацистского Холокоста 80 лет назад, пытаясь опять-таки привлечь голоса евреев и их спонсорские деньги, редакторы «Политика» удивлены, в кавычках, обнаружив, что крайне левые демонстрации, захлестнувшие университетские кампусы этой весной, финансируются из тех же источников, которые борются за сохранение власти президента Джо Байдена. В воскресенье журнал Beltway опубликовал разоблачение финансистов, финансирующих студенческие протесты, к которым демонстранты готовились месяцами. Про палестинских протестующих поддерживает удивительный источник, крупнейшие спонсоры Байдена, говорится в заголовке. Джо Байден в течение нескольких месяцев преследовали пропалестинские протестующие, называя его Джо-геноцидом. А некоторые из групп, стоящие за демонстрантами, получают финансовую поддержку от филантропов, которые упорно добиваются переизбрания Байдена на новый срок. В число доноров входят некоторые из крупнейших имен в демократических кругах – Сорос, Рокфеллер, Притцкер. В документе, в частности, освещаются две организации – «Еврейский голос за мир» и «If Not Now». Оба поддерживаются фондом Tides, который начал свою деятельность с финансирования Джорджа Сороса и получал деньги от фонда Билла и Мелинды Гейтс. «Политика» также сообщила о пожертвовании Дэвида Рокфеллера-младшего в размере 500 тысяч долларов организации «Еврейский голос за мир» через фонд братьев Рокфеллеров, в совете директоров которых он является. Братья Рокфеллеры отдельно предоставили гранты как фонду Tides, так и центру Tides. Несколько других групп, финансирующих пропалестинские протесты, поддерживаются фондом, финансируемым Сьюзен и Ником Притцкерами, наследниками гостичной империи Хаят, а также сторонниками Байдена и многочисленных демократических кампаний, в том числе 6600 долларов в фонд победы Байдена несколько месяцев назад и более 300 тысяч долларов США в ходе кампании 2020 года. Финансирование демонстраций в поддержку Хамаса со стороны крайне левых является в кавычках сюрпризом для тех, кто пытается не обращать на это внимание. Крайне левые организаторы продолжительных демонстраций в студенческих городках срывают занятия и уничтожают качество образования. Они уже привлекли внимание законодателей на Капитолийском холме. Протестующие потратили месяцы на подготовку к захвату кампуса при поддержке леворадикальных исламистских групп. Сенатор Джош Хоули, республиканец со штата Миссури, направил письмо генеральному прокурору Мэрику Гарланду с требованием провести федеральное расследование. «Это не просто стихийные студенческие волнения», — написал Хоули. «Она координируется и финансируется мощной сетью антиизраильских защитников». Хоули требует, чтобы Министерство юстиции DOJ расследовало нарушение правил освобождения от налогов службы внутренних расходов IRS некоммерческими организациями, финансирующими беспорядки. Цитата. «Как установлено постановлением Налогового управления США 75-384, ни одна организация не может сохранить освобождение от налогов, если она поддерживает протесты, в ходе которых членов призывают к совершению актов гражданского неповиновения», написал Хоули, имея в виду освобождение от налогов университеты. Поддерживая незаконные действия, пользуясь статусом освобожденных от налогов, группы и фонды по отмывке темных денег обманывают американский народ и подвергают риску сегодня еврейских студентов и преподавателей. В британской столице переизбрался на третий срок пакистанец Садик Хан, заявляющий о том, что Лондону просто необходимо еще больше мигрантов, желательно из мусульманских стран, потому что англичане бездельники и не способны размножаться. Причем рейтинги у него аховые на фоне многочисленных кризисов. Уровень преступности в Лондоне зашкаливает, вырос на 50% с 2010 года. Хан занимает должность мэра Лондона с 2016 года, очередной незаменимый политик. Каждый день 37 лондонцев пытаются
пытаются зарезать. Повальный шоплифтинг с грабежами супермаркетов де-факто декриминализирован. А тем временем мусульманская диаспора Британии ставит ультиматум движение Muslim Vote. Мусульманский голос выкатило список требований к руководству лейбористов. Оно объединяет 25 политических организаций мусульман и выступает от лица 4-миллионной диаспоры в Британии. Muslim Vote требует от будущего лейбористского правительства полного разрыва военных связей с Израилем, с введением эмбарго на поставки оружия. Также они хотят разрешить совершать намаз в британских школах, во многих из которых учащиеся мусульмане уже составляют большинство. В числе прочего, квота на инвестирование не менее 7% от всех государственных пенсионных сбережений в исламские фонды. Причем эти деньги пойдут в том числе и на спонсирование терроризма, ведь в Muslim Vote открыто работают джихадисты. Если же на эти уступки не пойдут, то Muslim Vote грозится расколоть коалицию меньшинств лейбористов и поддержать другие партии. Это уже произошло на недавних местных выборах, где десятки депутатов-исламистов были избраны от зеленых и антивоенной рабочей партии Британии. Лейбористы оказались в тяжелой ситуации. Без мусульман им будет побеждать сильно сложнее, а тех становится все больше. Ежегодно в Британию въезжают по 1 миллиону мигрантов. Любые уступки тут же вызовут очень резкую реакцию британских правых. Так что попытки левых и мусульман переформатировать политику Британии под себя приведут к дальнейшему расколу страны и может даже подорвать изнутри лейбористов. Хотите участвовать в борьбе за свободу слова и гражданские права? Давайте строить информационный канал Tuketz Video Production вместе. Мы не надеемся на монетизацию от захваченных социал-демократами платформ и боремся против монополии на информацию. Поддержите котов через Zelle, PayPal, Cash App. Подпишитесь на Patreon, X и Truth Social.